Студент местного Айхальского колледжа Олег Мирошниченко чистит топливный насос. Производственная практика в ремонтных мастерских Айхальского комбината – шанс показать себя и получить опыт. Все задания наставников выполняет ответственно, прислушивается к советам и замечаниям, изучает производство. До окончания практики остались считанные дни. Научиться Олегу еще нужно многому. Я много лет увлекался автотранспортом, и за 2-3 месяца я набрался больше опыта, чем за несколько лет. Как бы это довольно-таки хорошая практика. Нас учат всему наставники, ходим, разбираем. Они нам все показывают, как что правильно крутить, как что правильно разобрать. Это хорошо, это очень как бы пригодится в жизни. 51 студент Айхальского колледжа проходит практику в цехах Айхальского комбината. Это будущие автомеханики и ремонтники горного оборудования. Ребята трудятся на разных участках ремонтного цеха, в автобазе и на обогатительных фабриках. Для многих студентов именно эти предприятия станут будущим местом работы. На этапе прохождения практики, конечно, присматриваются к ним производственники на защите наших выпускных дипломных работ. Значит, многих наших ребят уже, так сказать, приглашают на тот или иной участок, где они проходили практику. Учат ребят на практике и передают накопленный опыт наставники. Виктор Швинт в Айхальском комбинате трудится давно. За плечами большой опыт в ремонтном деле, легко справится с любой неполадкой автомобиля. Обучает Виктор 5 студентов. Без дела ребята не сидят. Практикантам доверяют разную работу, разбирают большие агрегаты, устраняют неполадки. Я впервые в такой большой мастерской. Ну, мы разбираем каждый день новые механизмы, как что-то новое узнаем. Ну, надеюсь, мне пригодится это в дальнейшей жизни. Многие студенты точно знают, работать будут на производстве. За 2,5 месяца практики стараются узнать все нюансы профессии. Изучают каждую деталь, пробуют себя в деле. Получается, не все сразу, однако старательные студенты уверены в своих силах. Не то, что и по работе поможет, это и в жизни поможет. Как бы и по своей машине посмотреть, разобраться. И здесь мое будущее место работы, как бы, где я проведу несколько лет еще точно. И очень ценный опыт, на самом деле. Производственная практика у студентов колледжа продлится еще неделю. После летних каникул ребята снова вернутся в учебное заведение и продолжат изучать теорию. Вновь полученные знания они снова смогут применить на производственной практике уже в сентябре месяце. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край».